Пожарные вперед! Начинаем! Привет, ребята! Мы находимся в пожарной станции. Я вместе с Маршалом тушим разные ужасные пожары. А это наш компьютерный центр. Ой, поступил сигнал о пожаре. Маршал, выдвигаемся! Я крутая пожарная машина, монстр-машина. Итак, ребята, чтобы начать тушить пожар, мне нужно одеться, как одеваются пожарные, и спуститься вниз к маршалу. Мне нужно собрать все эти вещи, которые предназначены для пожарных. Итак, я начинаю. Прыгаю. Пожарная шапочка. Здорово, теперь моя голова защищена. Дальше идем. Прыгаем. Спускаемся. Вау, пожарная курточка. Теперь, что еще нам не хватает? Идем, идем. Вот они, пожарные перчатки. Здорово. Патрик, мы сейчас с тобой не сможем поиграть. Я занята. Вау, фонарик обязательно. Для того, чтобы тушить пожар, нужен фонарик. Значок. Если мы потушим пожар, нас наградят таким значком. Идем дальше. И как же без огнетушителя? Обязательно огнетушитель. При пожаре ребята используют огнетушитель, шапочку, перчатки. Итак, ребята, ну что, Молли? Выезжаем на пожар! Отлично, ребята, я готова, я экипирована! Поехали! Давайте ускоряемся, нас ждут! Итак, ребята, ну вот мы едем, но чего-то не хватает! Конечно, нам нужно включить сирены! Обязательно включаем сирены. Теперь мы спокойно, без всяких препятствий, сможем доехать до пожара очень быстро. Маршал, зачем ты выключил сирену? Вот так вот, отлично. Вперед! Gaskets! It looks like some animals are stuck in those buildings. Маршал, ты должен спасти животных. Маршалу нужно спасти 7 животных, которые находятся в горящем доме. И Маршал это должен сделать за 1 минуту. Итак, Маршал, спасай зайчика. Здорово. Теперь лягушка. Маршал, ускоряйся. Молодец. Теперь котенок. Смотрите, он радуется. Котенок спасен. Теперь... Куда ты, Маршал? Теперь змея! Ты молодец, Маршал! Теперь у нас еще одно животное. Мартышка вместе с ящерицей. Молодец, Маршал! И теперь черепаха. Маршал молодец! Спас всех животных меньше, чем за минуту. Просто молодец! Теперь, ребята, нам нужно собрать вот эти фигуры для того, чтобы мы могли потушить пожар. Ведь они находятся у нас там, где вода. Если мы соберем эти все фигуры, мы сможем потушить пожар. Правильно. Теперь прямоугольник. Правильно.
Четырехугольник, правильно, и пятиугольник, здорово. Теперь у нас наполнено наши баки водой. Начинаем тушить дом. Смотрите, сколько огня. Но у нас наша пушечка водометная наполнена водой полностью. Тушим, тушим, здорово. Потушили один, второй, здорово, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, здорово. Настоящие пожарные, мы сделали это. Итак, ребята, мы спасли всех животных и потушили все пожары. Да, Молли, ты молодец, ты помогала нам. И за это нам полагается знаки, которых нас наградят. Молли, это тебе, ты заслужила. И мне, машинке, и Маршалу. А это нам. Ребята, если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое.